Представляю вам часы Сердобского часового завода. Они, в отличие от других, маятниковые, плюс еще гиревые. То есть это одни из первых часов. Вот две гири родные здесь. Цепочка длинная такая. Они немного меньше стандартных часов. Для сравнения, вот у меня есть корочка паспорта. То есть вот корочка паспорта, то есть диаметр циферблата, то есть они такие миниатюрные. Корпус деревянный. Маятник вот родной, тоже со следами пыли, на нем ржавчина есть. Тут на циферблате потертости. Стекла все целые. Сейчас посмотрим, как бьют они. Небольшие царапины тут на корпусе. Сбоку. Все пробили 12 раз, все четко. Еще раз покажу вид внутри. Регуляторы уровня часов. Ну, пожалуй, все.